56-й на связи. Значит, с целью изучения оперативно-тактических характеристик объекта с 17 по 20 июня донецкие спасатели учились тушить пожар в здании санатория-профилактория «Шахтерские зори». По заданному учению пожар произошел на 6 этаже. Огонь интенсивно распространился на чердачное помещение. Для учений ежедневно привлекалось 5 единиц пожарной специальной и вспомогательной техники. За 4 дня в учениях приняло участие более 80 пожарных и спасателей. Личный состав в целом с задачей справился. Как можете охарактеризовать, ну, как бы оценку дать итоговую? Итоговые нами изучены характеристики объекта. Личный состав изучил, где находятся пожарные гидранты, основные заезды на территорию, места отключения электроэнергии, пути эвакуации. Я думаю, это благополучно в дальнейшем скажется на успехе тушения пожаров, не дай бог, если случится. Потушили комнату, огонь вышел на чердак, словили его на чердаке. Чуть медленно затянули, подали, но задачи справились. Еще одна из целей – это изучить объект. Я уже каждый день рассказываю, сегодня уже 4-е сутки. Для чего это в основном проводится, чтобы...